В российском МИДе назвали оскорбительными и недостойными обвинения со стороны кандидатов президента США Хиллари Клинтон в адрес нашей страны в связи со взломом серверов демократической партии. В эфире телеканала Fox News она заявила, что в хак хакерской атаке причастны российские спецслужбы. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, никаких официальных претензий Вашингтон Москве не предъявлял. А эти бездоказательные обвинения подбрасываются, чтобы воздействовать на американских избирателей. Напомню, скандал в США разгорелся перед самым открытием предвыборного съезда демократов. На сайте Wikileaks появились почти 20 тысяч писем партийного руководства. Выяснилось, что демократическая верхушка во время праймерис напрямую оказывала поддержку Клинтон и мешала ее главному конкуренту по партии Берни Сандерсу. Однако суть переписки поспешили замять и принялись искать виновных во взломе. И тогда демократы возложили ответственность на Россию, которая якобы пытается оказать поддержку республиканцу Дональду Трампу.